Приветствую вас, дамы и господа. В этом видео расскажу вам новости мира танков. Для начала про конструкторское бюро. Оно успешно закончилось. В нем можно было получить за огромное количество ресурсов акционный танк 10 уровня Су-122В. Советская ПТ-шка с барабанным и гидропневмоподвеской. Всего танков было 120 тысяч. 40 тысяч с 3D-стилем раскупили в первые 17 минут. А вот остальные 80 тысяч без 3D-стиля даже не разобрали. 25 тысяч танков остались у Лесты. Никто брать их не захотел. Что я могу сказать? До Су-122В был у нас танчик Компанзер 07 в конструкторском бюро. Его тоже не разобрали. Но Компанзер 07 не разобрали всего лишь 3500 штук. А вот наш советский ПТ 25 тысяч танков не забрали. Что тут можно еще добавить? Во-первых, танчик перед релизом понерфили, и очень неприятно так понерфили. Танчик, мягко говоря, не универсальный, далеко не всем интересный. Тяжело реализуемый, многим не понравился. Конечно, есть люди, которым понравился. Всегда найдется танкист, которому любой танк тыкни, он скажет: о, обалдеть. Но есть еще один огромный минус этого танка. Это еще и самый дорогой танк за конструкторское бюро. Игроки ясно дали понять, что хватит повышать цены. Мы знаем цену танкам. И даже люди, у которых огромное количество ресурсов, далеко не все захотели это брать. Невозможно бесконечно повышать цены за танчики, даже если на руках у людей много ресурсов. Еще и за такой танк далеко не всем интересный. К тому же еще некоторые решили, что в новогодних контейнерах легче его получить, чем отдавать такие огромные цифры ресурсов. В общем, танкисты умнеют. В патче 1.25 будет коллаборация с фильмом «Кин-дза-дза». Там же есть какие-то надписи, декальки. И эта коллаборация вроде как будет аж в апреле. Я, честно говоря, фильм не смотрел. Прошлая коллаборация заставила меня посмотреть «Неуловимых мстителей». Видимо, эта коллаборация натолкнет меня на то, чтобы я посмотрел «Кин-дза-дза». Леста, видимо, проведет меня по всем старым фильмам своими коллаборациями, и я их посмотрю. Но это не точно. Теперь, в принципе, расскажу, что нас ждет в патче 1.25. Что нас ждет в марте. А то что-то Карина не выпускает видосик. Что нас ждет в первой половине марта, во второй. Итак, в патче 1.25 нас ждет события на Марс. Про него я рассказывал в прошлых видео. Марсианские контейнеры. Там уже мелькал премтанк 9 уровня в стиле каком-то марсианском. Но это копия британского тяжелого танка 9 уровня. Такой вот Чифтейн на 9 уровне. Премиумный. Боевой пропуск 13. Позывной Репей. Про него уже очень много я вам рассказывал различной информации. Линия фронта 9 уровня. С каким-то там повышенным фармом. Хотя на самом деле мы знаем, как разработчики там из некоторых танков снайперов делают. Еще нужно проверить, насколько там повысился фарм. Поскольку неизвестно, от какого места он повышался. Может быть, там с самого днища его повысили, лишь бы хоть чуть-чуть было. Так что нужно будет с выходом патча, когда запустится линия фронта 9 уровня, еще проверить. Натиск «Грозовой волк». Аркада «Торпедный удар». Это там, где снаряды медленно летают. Весенний ангар еще будет в патче 1.25. Ребаланс техники. Также изменения, которые официально не анонсировались. Но различные источники поделились тайной информацией о том, что нас ждет обновление реферальной системы. Рефералка 3.0. Про нее я отдельный видос делал. Торговый караван. Ну а также коллаборация «Кин-дза-дза», которая нас ждет в апреле. Ну и релиз патча 6 марта, патч 1.25. Это то, что нас ждет в ближайшее время в игре «Мир танков». В прошлых видео более подробно про каждый из этих пунктов я рассказывал. Ну и в конце хочу рассказать о том, что можно получить Т-44-100 игровой навсегда. Бесплатно или со скидкой. На стримах многие могли заметить, что я немножко этой темой занимаюсь. И скорее всего Т-44-100 игровой у меня останется на аккаунте навсегда бесплатно. Как это сделать и что это вообще такое? У Ростелекома, Белтелекома и Теле2 есть тариф игровой. С этим тарифом вам на аккаунт начисляется Т-44-100 игровой. Это премтанк, советская СТ-шка 8 уровня. Когда-то давно этот танк, наверное, можно было с легкостью считать очень сильным. Может быть даже имбовым. Но в нынешнем время я покатал на нем 190 пробития. Так себе стабилизация. И даже специальными снарядами пробитие там что-то 246, кажется, под калибром. Тоже не
прям уж дофига. Да, танчик быстрый, танчик быстро стреляет, ДПМный, но альфа все равно 250 небольшая. Броня тоже не прям уж сказать, что суперская. Немножко там что-то отбивает башней, но и все равно в лоб башни, в центр, в маску оно пробивается несложно. Также еще иногда горит в лоб. В общем и целом, если есть скилл, то за счет скорости и ДПМной пушечки можно что-то там покататься в бою и танкистов поразматывать. Но это нелегко. В нынешнее время очень много танков апнули, очень много сильных танков добавили. Поэтому на Т-44-100 игровом не так уж легко. Возможно, поэтому его начали вот так вот раздавать в этой акции. Может быть, со временем в этот пакет игровой добавят какой-то другой танк. Может быть, нет. Посмотрим, к чему это приведет. Но как же все-таки получить этот танк? На нем нужно накатать 150 боев за просто все время, которое у вас было. До конца марта. Если у вас будет на аккаунте 150 боев или более, то этот танчик потом в начале апреля, я насколько я понимаю, вам начислят на аккаунт бесплатно. Если вы на танке сыграли от 75 боев до 149, то вы получаете 50% скидку. Танчик можно будет приобрести за игровое золото. Если вы сыграли меньше 74 боев, то вам дают 25% скидку. Скидка тоже, танчик можно будет за золото купить со скидкой 25%. В зачет идет каждый бой, кроме тренировочных. Сыгранный на Т-44-100 игровой до 23.59 МСК 31 марта 2024 года. Начисление купонов на скидку, а также танка на аккаунт будет происходить в начале апреля. Также в конце написано, что воспользоваться предложением получить танк бесплатно или со скидкой можно в течение всего 2024 года. Также это еще не все изменения, позднее что-то будет еще новое в этом тарифе игровой. Но в общем и целом у вас впереди месяц, чтобы накатать на нем 150 боев и получить танк бесплатно. На момент начисления танка тариф игровой должен быть активирован. Также еще что прикольно, можно подключить своего друга к тарифу игровой. Вот у меня зритель с тарифом игровой подключил меня как друга к своему тарифу игровой. Поэтому если у вас есть тариф игровой, то можете подключить своего друга, чтобы он тоже накатал этот танчик, если он ему нужен. Либо если у вашего друга есть, попросите, пускай он вас тоже подключит. Я согласен, что может быть танчик не самый сильный, самый имбовый, может быть не всем он понравится, но в любом случае это премтанк 8 уровня, может быть он даже вам понравится, или вы сдадите его в трейд-ин, или в любом случае он заткнет с собой дырку в ангаре, чтобы на всякий случай он не выпал повторно из какой-нибудь коробки, если он куда-то попадет в коробку какую-нибудь осеннюю, летнюю, новогоднюю или еще какую-то. В общем и целом накатать 150 боев на танчике, я думаю, не так уж сложно, тем более у многих вообще тысячи боев на нем накатаны. Тут уже смотрите сами, я вам информацию донес. Самое главное, что не забывайте о том, что там можно два аккаунта подключить. Себя и друга, или вы к кому-то попроситесь. Вот, допустим, как я. Ко мне, допустим, у меня Ростелеком тут нет вообще нигде, но тем не менее я смог подключить себе этот танчик и уже почти накатал 150 боев, там буквально 10 боев осталось, и в следующем месяце он мне начислится и будет на аккаунте. Я, конечно, на нем больше играть не буду, но пускай стоит и стоит, вдруг когда-то пригодится, тем более, что ничего сверхсложного для этого не понадобилось, поскольку под рукой оказался нужный зритель. Но заниматься этим или нет, решайте сами. Самое главное, чтобы это было не в напряг, поскольку эта игра, она должна приносить удовольствие. Если вам по кайфу, то занимайтесь этой ерундой. Если нет, ну, забейте, да и все. Ничего страшного, в жизни это не сильно важно, поэтому не парьтесь. На этом у меня с новостями все. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.